выставки, надеюсь, не последней. Вот, она имеет название «Открой себя». Вот, так как все эти работы в таком в разном стиле, в направлении, в технике написаны, поэтому я еще, так сказать, в поисках себя, и еще себя не открыл. Вот. Но, надеюсь, каждый из вас, что-то увидев в этих работах, что-то для себя, может быть, поймет, что-то понравится, что-то прочувствует какой-то мой настрой. Вот. И вот. Желаю всем приятного просмотра, и еще раз благодарю. И немножечко у нас тут есть небольшой фуршетик. Вот. Я бы хотел, так сказать, чтобы кто-то мне сейчас помог. Например, мой... Кирилл? Нет. Не снимай. Ладно, снимай. Не, я снимаю. Вот. Я знаю, кто мне поможет, мне поможет мой отец. Отец, можно вас на секунду? Я просто хочу искать про отца. Вот. Хорошо, что ты меня... Да, я не вспомнил. Это мой замечательный отец, Дидык Владимир Михайлович. Вот, я его очень люблю. И вообще, как бы, непосредственно его заслуга в том, что я сейчас здесь перед вами во всех отношениях. Так сказать, в том, что я здесь и стою, и в том, что я занимаюсь этим своим творчеством. Вот, он мой, так сказать, самый главный преподаватель в этой жизни. Вот, спасибо тебе большое. Ну, тебе спасибо. Я надеюсь, ты не забросишь это дело. И мне кажется, что, ну, есть какие-то положительные, будем говорить, стороны. Ну, немножко. Твоих работ, да. Ну, единственное, да, хотелось, чтобы ты немножко больше прикладывал усилий. Я уж так, ну, хотя, может быть... Потом. Вот. Все. Тогда я тебя поздравляю официально. Спасибо. Помогаю. Да, помогай мне.